Друзья, сегодня буду проводить перевалку укорененных черенков петунии риммаджента. Их возраст 35 дней с момента черенкования. Сегодня 12 декабря. Эти черенки уже полностью заполнили кассету 96-ю. Им здесь уже тесно. Нужно давать новое место для роста. Понабивал горшочки таким субстратом, 90% торф Домофлор Микс 4 и 10% биогумуса. Подоставали такие растения с кассет. Давай делай дальше. Жена садит горшочки. Предварительно луночки поделала. Ну вот, так получается. Горшочки имеют объем 0,8 литра. Вот получилось в таких ящиках по 12 штук. После перевалки такие растения. Их возраст 35 дней с момента черенкования. Поливать я сейчас их не буду, потому что субстрат влажный, и к тому же уже вечер, за ночь они все равно не подсохнут. Уже поливаю завтра или послезавтра, как по потребности посмотрю. Из этих растений я уже буду брать черенки, укоренять и продавать. Это уже маточники. Спасибо за внимание. До свидания.